колбасный поезд из Москвы, и мы согласны на гласность, и съесть готовы нас вы, но рот открыли вы напрасно, вам проглотить нас не дано, едва у края надкусили, а мы живые все равно, и наши подлинники в силе. Чужие подлости простим, а если что, у нас в депо есть на промежуточном пути наш запасной колбасный поезд.